Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 23 ноября, и я немножко сниму свою клубничку на подоконнике. Как видите, все растет. Клубничка ожила, начала выбивать очень много цвета. Вот сколько. Вот, как весной в саду. Этот кустик очень много дает цвета. Вот у него какие гирлянды. Ягодки неплохие, крупненькие. И вот малыш цветет. Вот смотрите, какие три ягоды у нас уже созрели. Здесь у нас смотрите, сколько ягодок. Вот я вам показываю клубничку. Это королева Елизавета. Две довольно-таки крупные ягодки. Это кустик Клари. Смотрите. Начал выбивать цвет. Этот кустик был посажен небольшим саженцем весной. Сейчас он разделился на три рожка. И каждый начинает выбивать цвет. Это вот тоже королева Елизавета. Здесь у нас пойдем к основному окошку. Теперь я вам показываю тот кустик, который был у меня спорный. Ну, не знаю, как он еще на вкус, но ягодка приличная и очень симпатичной формы. Созреет, оценим ее на вкусовые качества. Это вот вторая полка. Смотрите, сколько цвета выбил куст. Это вот клубника Елизавета. Вот. Сколько ягодки. Это еще внутри сколько цветочка выбивает. Видите, сколько много? Теперь я вам показываю, какие ягодки здесь налились. Уже их можно срывать. Так что, кому интересно, пожалуйста. Для души. И чтобы порадовать своих маленьких деток или внучат. Мне кажется, это очень замечательное и интересное дело. Всем удачи, счастья. Подписывайтесь на наш канал. Будем снимать все, что у нас происходит на наших полках с клубничкой, выращенной из семян. До свидания.